давай поговорим после концерта, хорошо? Добрый вечер, уважаемые зрители. Волгоградская филармония рада приветствовать вас на новом музыкальном проекте «Шалябин Фест». Федор Иванович Шалябин. Выдающийся русский оперный и камерный певец. В разное время был солистом Большого Мариинского театра, а также театра «Метрополитен-опера». Первый народный артист Советской Республики. Получил репутацию артиста, который соединил в своем творчестве прирожденную музыкальность, яркие вокальные данные и необыкновенное актерское мастерство. Его уникальный голос, высокий бас, звучал в лучших оперных залах США, Японии, Китая, не говоря уже о странах Европы. Со дня его рождения прошло ровно 150 лет. Это знаменательное событие отмечается в нашей стране чередой концертных программ, посвященных великому оперному певцу. Сегодня в рамках торжества Волгоград в своем фойе совместной универсальной научной библиотекой имени Горького представила выставку коллекции изданий Акады Ивановича. Также в фойе состоялась концертная программа, представленная студентами и преподавателями нескольких кафедр Волгоградского института искусств и культуры, в которую вошли произведения из репертуара Федора Ивановича. И сейчас мы приглашаем вас на концертную программу Оркестра русских народных инструментов имени Николая Николаевича Калинина, посвященную юбилею великого русского артиста. Модест Петрович Мусоргский, «Богатырские ворота», исполняет Оркестр русских народных инструментов имени Николая Калинина. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист России, лауреат Государственной премии Волгоградской области Галина Иванкова, дирижер концертной программы Андрей Лапин.
Оркестр русских народных инструментов имени Николая Калинина. Дирижер Андрей Лапин. Браво! Общественное признание таланта Шаляпина произошло после исполнения его партий Садко, Иван Сусанин, Борис Годунов, Иван Грозный, Мефистофель. Высокий, статный, с выразительными чертами лица, с пронзительным взглядом, Шаляпин производил неизгладимые впечатления в своих лучших трагических ролях. При этом талант Федора Ивановича не ограничивался музыкальной и актерской деятельностью. Федор Шаляпин был замечательным рисовальщиком, пробовал себя в живописи, в скульптуре, проявлял большие литературные способности, демонстрируя сметливый природный ум, незаурядное чувство юмора и цепкую наблюдательность. Блистательная творческая судьба Шаляпина, пожалуй, главная мотивирующая сила к постижению вершин вокального искусства на протяжении всего 20 века. Сколько выдающихся артистов решили связать свою судьбу с певческой карьерой именно благодаря Федору Шаляпину. Дорогие друзья, с большим удовольствием мы представляем вам гостя нашего фестиваля, лауреата всероссийских и международных конкурсов, участника шаляпинских сезонов в городе Кисловодск и обладателя памятной медали имени Федора Ивановича Шаляпина, ведущего солиста российских оперных театров Алексея Фролова, город Санкт-Петербург. Джоаккино Россини, ария Дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник», исполняет Алексей Фролов. Sotto il pubblico flagello per trasporto
Сато, Сато, публика, братья, перерасорте, акрепур, эльмескино, калюльято, обилито, кальпестато, Сато, публика, бля. Hello, per gran sorte va crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar. E va crepar, e va crepar. Город Санкт-Петербург. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Песня «Варяжского гостя» из оперы «Садко». В 1879 году знаменитая драматическая русская певица Дарья Михайловна Леонова пригласила Модеста Петровича Мусоргского предпринять большое артистическое путешествие по России. В пути автор задумал передать в музыке стихотворение Гёте песнь Мефистофеля в погребке Ауэрбаха о блохе.
Композитор посвятил песню Леоновой. В петербургском музыкальном драматическом кружке любителей песнь о блохе произвела настоящую сенсацию и довольно быстро перекочевала из женского певческого репертуара в мужской. Максим Горький оставил яркое свидетельство о том, какое впечатление производила манера исполнения Шаляпина этой песни в образе Мефистофеля. По словам писателя, на сцене находился огромный парень во фраке, перчатках, с грубым лицом и маленькими глазами, который некоторое время помолчал, неожиданно улыбнулся и, ей-богу, стал дьяволом во фраке. Модест Петрович Мусоргский, слова Гёте, перевод Александра Струговщикова. Блоха в сопровождении оркестра исполняет Алексей Фролов. Лев Токарев, «Рапсодия», исполняет оркестр, дирижер Андрей Лапин. Thank you.
Дирижер Андрей Лапин. Браво!
Жанр русского романса сложился в начале XIX века на волне захлестнувшего отечественный музыкальный мир романтизма. Наиболее известные романсы этого периода принадлежали Александру Алябьеву, Александру Варламову. Затем романс занял законное место в творчестве самых известных русских композиторов Михаила Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова. Пик популярности жанра пришелся на начало XX века. Многие из наиболее популярных в это время романсов относятся к разряду городского, цыганского или жестокого романса. О Шаляпине и русском романсе сказано не так уж много. Собственно, русский репертуар певца был, в общем-то, невелик, но те немногие произведения этого жанра, которые он пел, имели невероятный успех у публики. Михаил Шишкин, слова Лермонтова. «Нет, не тебя так пылко я люблю», поет Алексей Фролов. Шишкин, слова Леонида Грабы. «Ночь светла». Ночь светла, над рекой тихо светит луна,
и блестит серебром голубая волна. Темный лес там тиши, изумрудных ветвей, звонких песен своих не поет соловей. Милый друг, нежный друг, я как прежде любя, в эту ночь при луне вспоминаю тебя. В эту ночь при луне на чужой стороне, милый друг, нежный друг, вспомни ты обо мне. Расцвели голубые цветы, это цвет голубой, это сердце мечты. К тебе в мыслях лечу, твое имя твержу, при луне в тишине я один здесь грущу. Ночь светла, над рекой тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна. Яков Фельдман, слова Николая Риттера. «Ямщик, не гони лошадей!» Мне некого больше любить, а ямщик.
Ты не гони лошадей! Все было лишь ложь и обман. Прощай, мечты и погон. Но бой не закрывшихся ран останется вечно со мной. Евгений Юрьев. Слова Бориса Андрижевского. Эй, ямщик, гони-ка к яру! Исполняет Алексей Фролов! Алексей!
Василий Васильевич Андреев, эффектно появившийся в петербургских салонах и быстро завоевавший титул великосветского льва, был поистине одержим любовью к народному искусству. И благодаря этой одержимости Василий Васильевич, реконструировав балалайку, вывел ее на концертную эстраду и создал новый жанр в музыке – оркестровое исполнительство на русских народных инструментах. На юбилейном вечере, посвященном 25-летию создания Великорусского оркестра, с теплым приветствием присутствующим обратился Петр Иванович Шаляпин. Дорогой Василий Васильевич, ты пригрел у своего доброго, теплого сердца сиротинку-балалайку. От твоей заботы, любви она выросла в чудесную русскую красавицу, покорившую своей красотой весь мир. Василий Андреев, вальс «Фаун». Исполняет оркестр дирижер Андрей Лапин. Thank you.
Оркестр русских народных инструментов имени Николая Николаевича Калинина. Дирижер Андрей Лапин. Кстати, Федор Иванович Шаляпин неоднократно выступал в сопровождении Великорусского оркестра. И существует версия, что именно Василий Андреев учил Шаляпина носить фрак. Дорогие друзья, продолжая фрачные традиции, в сопровождении оркестра русских народных инструментов имени Николая Калинина для вас поет Алексей Фролов! Oh!
А ну, поцелуй. Конкурсов Алексей Фролов. Вера Городовская, концертная пьеса на тему русской народной песни «Выйду на улицу», исполняет оркестр. Калинина, дирижер Андрей Лапин. Русская народная песня «Ах ты, степь широкая». И вновь на сцене Алексей Фролов. Thank you.
огне. Oh,
вы черти! Приуныли, ой, ты пиво, суд пляши, глянем рацию долою. Обмин ее души, глянем рацию долою. Российской Федерации, лауреат Государственной премии Волгоградской области Галина Иванкова, дирижер концертной программы Андрей Лапин. И наша несравненная артистичная ведущая Екатерина Журавлева. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, следующая концертная программа оркестра «Моя загадочная Русь»
посвященная 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова, состоится здесь, в этом зале, 15 апреля в 17 часов. Мы ждем вас в это время. Спасибо за внимание и до новых встреч! Алексей Фролов! Браво! До новых встреч! Всего хорошего!